Доброе утро. Сегодня у нас последнее школьное утро в этом году, учебном году. Еще второй к нам. Там уже не будет уроков. Что там будет у нас? Просто час. Да, просто торжественная часть. 24-й, это четверг. А, это 24-й, это среда. Среда, ага. Сегодня 22-е. Да. Дарине в классе написали, что можно в свободной форме. А родители спрашивали в чате 4-го класса. Юлия Евгеньевна написала, что ничего не было написано, поэтому девчонки... Ну, это просто у нас на полу разрешено. Угу. Ну, поэтому девчонки в форме идут. Сегодня тоже уже все маленькое. В этом году в школу будем покупать. Мы с девчонками сразу договорились. Больше никаких кофточек других. Почему? Потому что мне надоело постоянно оправдываться. Что ни в форме, ни в форме, ни в форме. Ну, в этом классе такого не будет вообще. Ну, конечно, конечно. У вас казачий класс, вы обязаны ходить. У Дарины нет, Дарина не попала в казачий класс. Мама, у нас вся школа казачья. Ну, Дарина еще не попала. Поэтому мы, хотя ей купили, все купили. Так и лежит уже 2 года. Там и китель, и юбочка, и... блузка вот эта вот. Мы ж не знали, купили все, сказали, не надо. Вот. Томми, я не знаю, как я буду покупать такой маленькой. Интересно, они шьют на заказ или нет. Ну, будет такой большой форме ходить. Девчонки же спрашивали, мама, нынче будешь покупать все новое? Я говорю, конечно, кроме ранцев, рюкзаков. Они еще хорошие. Вот. Поэтому такие красивые будут ходить. Они же удобные. Не жарко в них. Не холодно. Ну. Мы же все время проходили в этих кофточках. В этих кителях. И рубашки тоже купим. И надо будет сразу взять эти погоны. И все, и будете ходить. Да, тоже, да. Да. Брючки, юбочки опять все купим. И не надо будет голову морочить, что одеть. Ну, ладненько, доченьки. С Богом. Последний учебный. Мама, ты знаешь нашу новую учительницу, как будут звать? Она будет на... Не знаю. А я знаю. Вам сказали? Да. Игра. Она очень спортивная, ей 22 года. Ее зовут Сабина Юрьевна. Это у вас новый классный руководитель будет? Да, в этом классе. Наверное, так, как она мне историю поняла. Ты еще не знаешь, как ее зовут? Нет, может, про другую говорят. Может, ну, а как учителя истории у тебя? Я Сабина Юрьевна, а у ней может быть... Ну, а она... сколько ей лет? Я не знаю, сколько ей лет. Но она молода. Ну, значит, она хорошая. Ну да. Угу. Вам повезло. Молодой учитель будет. А у Томы Юлия Евгеньевна. У нас уже 26-го собрания будет. В 6 часов. Опять бы не забыть. Опять зачем? Собрание у первоклассников. Она меня уже в чат добавила. 1 А. Вот. Ну, Ельгина хорошая, спокойная такая. Ну, все, доча. Пойдем, Тома уже полегче, да, Тома? Мы сейчас горлышко пополоскали, сейчас дальше начнем. Хлеб не положили, хлебницу. Дарина уже 5 раз подбежала. Я бы что пришла? Тряпочку забыла. Ключку. Они будут мыть там все. Ну. Смотри, опять бежит. Что забыла? Литературу забыла. Сегодня же учебники отдаю. Ой, ну девчонки не приходили. Сейчас уже тоже придут.
Учительница написала, говорит, возьмите что-нибудь с собой поесть. Я говорю, ну что на 2 часа? Ничего не буду давать. Так. Все, мы завтракаем. Свет у нас, конечно, уже отключили. Софийку кашу покормила. Тома ни в какую кашу не хочет есть. Сидит Несквик ест. Да, Дариночка пришла уже из школы. Я спросила, когда побежать заявление написать. Она сказала, можно будет только после практики. Когда практика, еще напишу. Практика 10 дней у них еще. Мы в 10 классе Каси добили школу. Я ничего не делала. Не, ну они тоже. Тоже будут, наверное, что-то там. Мы уже сдали на краску деньги, уже все. Что это такое-то? Омлет. Я, наверное, сколько вот с 5 по 11 класс один раз на краску делаю, цветы пересаживать и все. Девчонки, темно. Света у нас нету, сейчас будет темно. Настена повезет Алину в Слабинск подписывать договор. А мы дома. Вот знаете, света нет, не знаешь, что делать. Папка тоже говорит, он стройкой не может заниматься, ему нужен свет. Поехали куда-нибудь. Не, какой? Мы же ждем врача. Поехали ей. Деловая. Сейчас уже девчонки минут через 10 прибегут. Настена сделала прически девчонкам. Ну. Ну-ка покажи. Ой, как красиво. Мне, говорит. И вот Томочке тоже. Алиша теперь приедет только на практику, да, когда? Ну, сейчас все никак. Другая практика. Занята будет. Все повторяйте мной. Ну все, телефон не забудь дома зарядить. Света-то нету. Я вообще не вижу. Ну, я все. Тоже. Ну все, кто доча. Тоже, тот... Давай. Фу, грибиянка. Ну все, пока-пока. Ой, Сопа, пока-пока. Что пока, такое, ты стесняешься? Пока. Сейчас буду тебя целовать. Сейчас врача подождем. Девчонки придут. Пойдем с папкой уже это делать ничего не может. Можно обрызгать этот. Пойдем здесь вот с папкой прибираться. Руками. Выдергиваем, что можно, что нельзя. О, правда, какой красивый у Тома дом получился. И у тебя дом красивый? Да. Ну. Кто красивый дом, то тогда мы хлопаем. Да. Вот. Все, хлопаем. Все, молодцы. Вот. Играйте. Нету Симы? Она утром же только была, я кормила их. Я, знаешь, шла, кто-то звал котенка, а я даже внимания не обратила. Дети шли из школы, звали. А что, она хорошенькая, может, прихватили, да унесли? Я ходила, очистки выносила, шла обратно, слышу, кто-то все зовет котенка. Даже мысли не появилось, что могут нашу позвать. Блин, мы уже привыкли к ней. Вылечили ее полностью. Нету? Да я говорю, я очистки выносила, слышно было. Дети идут много, и кто-то все кис-кис-кис. А я даже ноль внимания. Надо было выйти, посмотреть. Да блин, поди, унесли. Девчонки расстроятся. Так уже прям привыкли к ней. И мы ее вылечили полностью.
пока больная была, никому не нужна была. Саша лазит, ищет везде. Нету? Тише, где Сима? Ну, не появится, значит, унесли дети. А я их только покормила была утром. Женя, следи, чтоб не упала. Живем около школы из-за этого. Уносят котят. И приносят котят. Ты лазишь везде. Блин. Наверное, тишка была бы в шуре, и это пошло. Она намокла вся на улице, потому что дождь накрапывал. Блин, как я испугалась. Я знаете, чего испугалась? Что зрители скажут, специально выкинули опять. Вон она вся мокрая. У бабшуры лазила, говорит. Ой-ой-ой, вся намокла. Вот так бы кто-нибудь унес, а нас бы опять обвинили. Вот маленький листочек, только разноцветный. Угу. Забираем. Не могла помогать, Насти не было. С ребятишками дома была, с Софийкой и с Томкой. Да и врача ждем, должен подъехать. Может, антибиотики, правда, назначит. Хотя Тома уже не температурит, хорошо ест. Но все равно пусть посмотрит. В общем, без меня тут прибираются. Это что, тоже какой-то цветок? Или просто на картошку похоже? Настя приехала, костюмчики Софийке привезла, пижаму чистую. Папа, если ты ничем не можешь заниматься, ну, в смысле, что девчонки тебе не смогут помогать, света нету. Палки пособирать. Это, можешь заднюю веранду приберем? Там надо шкафы вытащить, все помыть. Ну, сейчас с Дариной мы распустим носки. А чем вы будете распускать? Пила. Ага. Нам 24 так. Досочки надо. А, ну хорошо. Там просто самим прибирать, там надо эти вытаскивать. Вася все скосил вместе с цветами. А все. Там 3 цветочки росли. Ага. Погода вроде налаживается. Тепло становится. Надеюсь, ну, завтра тоже тепло будет. Ну, надейся. Ага, а то приколяй, вам завтра дождь пойдет. Да вроде не должен пойти дождь. Что-то вчера говорили, то, что должен быть дождь. Ну, сегодня с утра был. Нет. Ну, был. Я утром выходила в 6 утра, дождик накрапало. А там по прогнозу погоды было 12:00. Mm-hmm. Или я не заметила, потому что мы сейчас на танцах уже были. Mm-hmm. Не было дождя вчера. В общем, папка решил, что пока все будем тут прибирать. Сейчас все вынесем, помоем и обратно занесем. Единственное, неудобно, в подвале света нет, ничего не видать. Ну, София, иди обувайся, мама тебя обует. Иди. Томе пока нельзя. Доктор приедет. И... Сначала надо... Да, ведь сначала все тут убрать. Мама, иди. Вон там все составляете пока, мусор в это. Это на мусорку. Угу. Вот это? Я на Рине сказал. Угу. Слушай, пап, а может не трогать, просто протереть, а? Да. Где легко спрятать перчатки, чек? Точно, мы их ищем. Так, доча, блин, света-то нету.
Ага, банки стой, осторожно в подвал, стой, только надо стой, с, это, с телефоном ходить. Там темень страшная. В общем, сейчас приберем. Это давай. Это пока я дома поставлю, потом сюда будем выносить. Пока посуда не прибрана еще. Сейчас, пока они там, я, наверное, посудой займусь. Скорая приезжала. Не скорая, а доктор приезжала. Ну, я вызывала в основном из-за того, может быть, это. Вон стоит. Насчет антибиотиков. Думала, может, назначит. Она сказала, нет, не надо никаких антибиотиков. Сегодня уже температуры не было. Лечение, она сказала, правильное. Все как надо. Что-то дышка порвалась у тебя. Мам, я вообще не знаю, что такое. Ну, спросила, говорю, можно гулять? Она говорит, да, можно. Только не бегать. Где она там? Уже радостная убежала. Тома, доктор сказала, не бегать. За справкой сказала, в четверг. В четверг? Да. Мама, а зачем вы за справкой пойдете, если все равно в школу она не пойдет? Все равно каникулы. Я не могу сейчас ее, а там ругаются воспитатели. А я что сделаю? Ангина у нас. В четверг тогда за справкой, в пятницу мама, один день сходишь. Ну, это прошлогодние. Господи, ты туда... Громко шла подальше. Громко чихай. Так, все, мы тут все вытаскиваем. Я начинаю протирать. Либо прям эти вытащим. Не-не, папка попробовала, они как начали хрустеть. Это старые это. А что съела, да надо проспала. Что, жарко тебе, Сашка? Покрой все. Моя девочка. Посуду домой, потом обратно все составим. Продукты тоже домой. Да. Какие-то еще эти у нас. Может, шапку оденешь, Саш? Вся голова аж мокрая. Не попей только. Да ух, сукс. Мы с... зрители писали, что нужно какие-то дикие побеги у Розы убрать. А я не вижу у нее никаких диких побегов. Она вон одним кустом идет и все. Ну, как бы, да, вот сильно цвета нету у нее. Надо все проверить. Ой, мне кажется, жарко. Надо ей кофту снять. А, Софи? Все? Мама, кешка упала. Светочки. Господи, пугаешь меня. Блин, муха залетела. Хорошо, что газ у нас. Вот сейчас вода вскипятится. И мы этот брендфри сейчас. Ой, тут бардак. Где он у меня? Вот он. Его надо в горячей воде разбавлять. Сейчас разбавим и будем там мыть. Я сейчас покажу, сколько у меня всего хранится на веранде. Между прочим, очень выручает. Здесь вот каши. Тут тоже там горох. Посуда, которой мы не пользуемся. Вот это вот покупала в светофоре, очень быстро все разбились. Это тоже вот накупила все, чтобы на стол красиво накрывать, но ни разу так и не воспользовались. Тут гречка, рис. Кстати, у нас в подвале тоже уже практически все закончилось. Сахар я сейчас, наверное, ой, муха залетела. Сразу высыплю в емкость и надо будет выкинуть. Крышка тоже от кастрюли. Всевозможная посуда у нас есть. Компот, да, да. Тоже вот набрала вот это вот на праздники. Тоже все стоит. Ну, знаете, иногда, может быть, когда-нибудь понадобится, вдруг кто-нибудь замуж соберется выходить. Совка, например. Ну, у нас есть другие. А вот это, кстати, сломалось и почему-то хранится. Не сломалось, а где-то потеряли эту штучку мы.
И вот это вот тоже все там хранится. Еще очень много чего унесли в подвал. В подвале надо будет порядок наводить. Это мука ржаная. Там еще мука ржаная. Там макароны целая пачка. Но мне не нравится такая. Да, поставила. Кофемолка, мука. Кстати, надо будет залить это вот соль. Тут тоже что-то еще. А это мелкие контейнеры. Тоже мука. Настя разбила термометр какой-то. Вон еще сверху надо тоже все достать. Не термометр, по-другому называется. А, ну ладно. Мы не будем ничего выносить. Сейчас это все тут помоем и окно заодно. И обратно все составим. У нас зрители писали, может быть, совсем убрать. Они плохо закрываются. Но совсем убирать тоже нехорошо. Я вот так вот закрою хоть как-нибудь. И все равно пыли меньше. Все, сейчас все тут отмоем. И обратно все аккуратно составим. Босиком? Вот некоторые вещи мне просто-напросто надо будет продать. Вот этот, видите, он весь запылился, стоит столько времени. Пароочиститель, типа утюга. Это тоже вот Настя нам дарила. Тоже ни разу не открыли. Это вот все аккуратненько, чистенько стоит. Тут какие-то эти... Все надо, но иной раз... Тут мясорубка. Вот этим мы постоянно пользуемся. Это мы привезли из Тюхтета. Не знаю, крышка вот эта вот есть. Мне тоже надо бы отмыть. А, есть. Мы на море будем брать с собой потом. Что случилось? Мне тата Саша говорит. Подрались с Сашкой. Тебе Саша тата дала? Да, ой-ой-ой. А может, ты не слушалась? Она камни в нее кидала, а Саша ей трезала. Все, драка. Хорошо, Настя высокая. Так ты разбавила? Я разбавила, но не сильно. Горячо? Господи, что там такое? Да какая-то батарейка. Давай. Откуда эти батарейки? Маленькие. И окно дочи заодно. Мам, я все протру. Ага. Это с это? Старая кнопка. Ну, зачем она нужна? Она старая. Че, чаек попьем, да приступим дальше. Да. Давай это, пап, мы там вот сейчас Настя протрет, мы обратно все уберем. Mm. Уже пойдем покушаем. Да. Mm. Да. Обед будет. Ой, давай. Будет обед. Обед. Что-то типа обеда будет? Что-то типа обеда будет, будет. Сейчас будем кушать. Так. Ой, пойти пройтись по саду. Вчера сходила, смотрела. Вроде и яблоки есть. И груши есть. Папа, мы яблоки не купили. Ой, редиску надо вырвать. Мы вот тут вот съели один ряд, а это много посадила. Уже в рост в этот пошла. В дудку. А я думала, ягода тут есть. И винограда нынче нормально. Без вишни только. Вишни ну совсем нет. Видите, она вон уже сразу краснеет, уже вон плоховатая. Че, Тома, радостная? Клубнику не собирай, вечером соберем все вместе. Я увидела, почему там большую, прям большую клубнику. Ну, не трогай, ее обрабатывали, ее только мыть. Видите, груш сколько. И яблок там тоже много. И виноград у нас нынче, я уже показывала. Винограду много. В прошлом году, можно сказать, не было. Все бабшура давала вот нам. Это все
Виноград маленький. Да, да. Такие малюсенькие. Угу. А это что? Это крыжовник. Крыжовник. Крыжовника нормально нынче. Ну, и этот крыжовник Вася весь пересаживал с другого места. Ну ничего, он уже давно. Да, он широко так берет прямо это, вот оттуда пересадил, с малины. Вон колеса, да, крыжовник. Да. Вот еще крыжовник, да? Ну, нормально крыжовника. Да, у нас много очень крыжовника. Может ли кто-то взять у нас один крыжовник? Тоже ведет. Много всего. Летом будем кайфовать. Будет. Кайфовать будем летом? Да. Хорошо. Будет очень. Вась тоже сюда цветы тоже пересадил. Вот яблочко. Я малину тоже некуда девать было, Вася тут ее посадил. Нет, это черешня, доча. Черешня? Черешня. Нынче черешню не буду замораживать. Тоже какая-то он. Поесть так пойдет только. Она безвкусная. У меня еще есть заморозка. Ее только так вот поесть. Это малинка. Она еще не растет. Нет, малины тоже он. Вот. Нормально, малины. Вот это. Если лето будет засушливое, надо будет поливать. Но хотя это все мы делали. Папа пересаживал. Папа пересаживал, да, все. А это вишня? Ну, соседи сказали, что морозом все побило. Холодно было. Мам, здесь уже коробка. Ну, тут малина тоже. Мама! Прорядили, смотрите, как много. Хорошо. Там уже коробка вся была черная, ну, красная пяточка. Угу. Давитая? Да. Сейчас я их обедом покормлю, приду, картошку уже окучу. Кстати, у нас немножко ее, но надо окучить. И у жука пособираю, вон жук ползает. Я выхожу постоянно, собираю. Вот он. Но надо в перчатках, не трогай. Так не трогай ее. Я помню, как я собирала жуков таких. Посмотрим, как что с малиной будет. Машенька, так вроде есть немножко. Машенька, видела такого жука? Он был уже засохший очень. Там он аж хрустел. Мы его как потрогали в перчатках, он очень сильно хрустел. Женечка, как зимой зимой. Завтра последний звонок у детей. Завтра последний звонок. Сказали, в юбках пойдут девчонки. В колготочках. Когда мы в класс пойдем? Ой, успокойся своим первым классом. Вселенцы выпускника. Угу. 2023 года. Скоро первый. Да. Она сказала, может быть, пригласит нашу учительницу. Новую, которая у нас в пятом классе. Либо в пятом руководителе. Ну, хорошо. Сабрина Юрьевна. Мама, ты как красивая. Пусть вечером соберем. Соберем. Папа вечером сказал, то, что пускай она еще чуть-чуть подрастет. Она сказала, она все соберет, которая хорошая. Во-первых, плохая, пускай растет. Вот. Ну, не зрелая еще, которая. Масло тоже виноград. Мам, тут вода теплая очень. Ну, пускай греется. Поливать будем сегодня. Я все уже засосала, я воды хочу. Пойдем, я тебе вот это. Какая хорошая швабра. Потолок и стены сейчас сразу заодно помою. Я тут половинку помыла. Настя попросила, чтобы поснимать. Она: мам, давай я помою. Ой, я поснимаю, ты помоешь. Я говорю, нет. Что, не получается? А, давай я. Заодно мы эту веранду прибрали. Ну, хорошенько мойте ручки. Все, мы уже все вынесли. Сейчас будем обедать, уже греем. Видите, какая пустая стала. Ну, у нас все банками в основном было забито. Полы тут помыла Настя. Там вот обувь надо будет, это зимняя. Нет, там еще Томина тоже надо будет помыть. Все повытаскивали. Тут посуда у меня пока ненужная стоит, вся тоже. Там внизу у нее мука.
Вот такая красота, лепота. Ну, уже видите, уже банку поставили. Одну. Свет включат. Потом в подвале надо будет немножко прибраться. Ну, все. Ну, да, хорошо. Сейчас. Угу.